на пятерке, блядь, батальон это формировался, блядь, чтоб вас заменить, блядь. Кто сказал? Андреевич. Бля, пиздёж. Ну, говорил, говорит, так, говорит, блядь. И, говорю, не вывели, я говорю, нет, а хер они, говорит, блядь, тянут, говорит. На пятерке ж, блядь, батальон формировался, блядь, они чтоб вывести. Убрать нас всех, а то они тянут, блядь, пахнут. Пидорасы ебаные. Ну пятерке. И толку, что они убрать хотят, чё, блядь, часть хотят убрать, блядь, с пятерки. Никто не даст, блядь, убрать. Не просто так, папа, нас здесь держат. Такой месяц, уроды, блядь, стоят, блядь, на впереди. Нас здесь осталось меньше 20 тысяч, а у них по спискам больше 20 тысяч. Пидорасы. Они только нам говорят, памперсы, блядь, поменяйте, хуля вы боитесь. Они, блядь, выдали гандоны ебаные твари. А туда по новостям, пацаны, читают. Новое оружие, блядь, привозят с Америки, блядь, поставляют. Короче, там пиздец. Там все, блядь, просто нахуй, и тут пиздец народу. А нас уж ни хуя ничего. У нас даже наши даже танки, ни одного танка нет. У нас. У нас был танк один. 72-ка его нахуй сожгли. Склады, блядь, наши. Блядь, там, где наша КП стоит. Склады нахуй с боеприпасами все уничтожили. Все сожгли нахуй. Они теперь тыл начали ебашить. Все командование, блядь, стоит 90 километров. Даже если что засунтить, если даже нам какая-то помощь нужна, они даже не успеют приехать, блядь. Нас просто с лица земли, блядь, сотрут, нахуй. Ой, ёпки.